Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Людмила, канал Тартология. И сегодня у нас 5 января 2019 год. Годовой расклад я сделала чуть-чуть раньше, а сейчас более детальный расклад гороскоп для тельцов на январь месяц. Итак, что ожидает тельцов – а в январе 2019 года. Дорогие мои тельцы, у вас, конечно же, долгая, долгий месяц, очень такой он, тяжелый для вас будет январь, и э, какую то вы нож на себя взвалили, вот какие-то проблемы, которые, в общем-то, э, не должны были быть такими тяжелыми, а вы захотели, вы ввязались в какое-то дело, взвалили на себя не по нож, не, 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 по, не по сеньке шапку, короче, и, и тащите, вот тащите, и вот этот месяц для вас будет очень долгим и тяжелым да, вы, вы, вы выступили, как говорится, на какую-то тропу войны, наверное, я не знаю, и, и строите из этого какие-то вот, знаете, воздушные замки, иллюзии. Это все за, за, за то, что вы во что-то вы ввязались, оно, ну, я так понимаю, что оно непомерная ноша не нужно было вам. Вот об этом говорит семерка кубков. Иллюзурное э, э, начинание. Вот не надо было вам. И, конечно же, в душе вы где-то и сожалеете, здесь же жрица, и вам вот отстраненность такая не хотелось, но ввязались. Ну что ж, в январе, конечно, вам придется вот так вот немножечко помучиться. Хотя, в принципе, вот выход, вы знаете, как это сделать. Вы просто почему-то желаете оставаться в тени, вот незамеченным, и вот это вот, и нести, как говорится, вот эту ношу на себе. Ну что ж, желаю вам легкости в этом месяце, дорогие мои тельцы.